Приветствую вас, друзья, добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня у нас пятница, прилетел Зур, 8 часов вечера. Куда он прилетел? Он прилетел на Титан. Локация установка. Вот он. Что же он нам привез? Напоминаю по поводу тройки монет. Нет точной информации, починили баг или нет, работает ли она в полной мере или нет. Поэтому пока можете просто докупать. Стоит 31 кристалл. Все равно надо куда-то тратить кристаллы, правда? По поводу роковой энграммы, напоминаю в 25 раз тоже, что данная энграмма дается одна на 3 персонажа. Соответственно, тратьте ее с умом. И не забывайте, что она дает экзотику ту, которую не достает. Если у вас есть вся экзотика на всех персонажей, соответственно, вам выпадет какой-нибудь рандом. По поводу милого дела, на данный момент, наверное, есть моменты, где его лучше использовать. Иногда вот мои ребята, например, фанятся данным оружием в PvP, ну просто иногда от балды. На самом деле это не PvP оружие, на мой взгляд, а PvE, и то в некоторых моментах. Поэтому, если у вас нету, купите, конечно, но только для коллекции. По поводу потери гравитонов, это у нас идет на охотника, увеличивает продолжительность эффекта невидимости, ближний бой восстанавливается быстрее, когда вы невидимы. Спорный очень, особенно в PvP, потому что невидимость только слепой не видит, а в PvE это и не надо. Поэтому, на мой взгляд, такая абсолютно бесполезная вещь. Стоит 23 кристалла. Что касается череп люты Ахамкары, это идет на варлока, на пустотного варлока. Вот. Повышает сопротивляемость урон во время действия сверхновой, то есть ваши ульты, убийства сверхновой дают энергию суперспособности. Вот благодаря такому шлему вы, вероятно, сможете себе откатить ульту до второго раза, если вы, конечно, хорошо играете в PvP. Ну и в PvE тоже зайдет очень даже. Ну и по поводу идущей по дюнам, на мой взгляд, абсолютно бесполезные сапоги для Титана. Потому что они идут на подвижность, а Титану подвижность, как я уже много раз говорил, не нужна. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ.